На протяжении двух дней четыре команды из разных областей нашей страны, среди них Минский клуб «Столица», аршанская команда «Витена» и вацевичский «Сдюшор», выясняли, кто из них лучше в турнире по мини-футболу. Соперники непростые. Ребята выигрывают чемпионаты своих регионов, поэтому именно их пригласили сразиться в рамках турнира, посвященному пятилетию с момента образования общественного объединения «Спортивный клуб «Меркурий». Ну, конечно, ребята, команды из разных городов. Это всегда интересно играть с командами из других городов. Так как у нас, к сожалению, в Бресте не проводятся там мини-футбольные турниры, но мы их сами организовываем, сами проводим. Все, что мы организовываем, у нас на очень хорошем уровне проходит, потому что мы были соучастниками и, в принципе, организаторами детской футзальной лиги этого года, где 16 команд области играли. Поэтому у нас всегда организация на хорошем уровне. Все команды очень хорошо играют, все стараются, все потеют, скажем так. Ну и мы стараемся, все стараются и хотим все-таки победить. Играть ребятам пришлось по круговой системе, то есть каждый с каждым. Брестской команде удалось уверенно одолеть своих соперников и далеко оторваться по очкам от ближайших конкурентов, поэтому последняя игра с Минской столицей ничего уже не решала. Как итог, юношеская команда «Меркурий» заняла заслуженное первое место. Главный тренер Леонид Ковш доволен своими подопечными. Оцениваю положительно, потому что на данный момент мы, обыграв команду Ивасевич, основного нашего соперника, мы заняли уже первое место, независимо от последней игры со столицей. Вот, конечно, оцениваю нормально, хорошо. В душе очень большое чувство гордости за наших ребят. То есть мы вкладываем в них все душу, родители, тренера. И в это непростое время пришлось сплотить их для достижения результатов. Результат есть. Результат есть. Первое место за брестской командой «Меркурий». А вот матч за второе место состоялся между командами «Сдюшор» и «Вацевичи», действующим чемпионом Брестской области по юношескому мини-футболу, и клубом «Витен» из города Орши. Несмотря на равную игру, сильнее оказались ребята из Полесского региона. Детский турнир – это, конечно, неподдельные эмоции. Это они не умеют симулировать. Они то, что происходит, переживают сильнее всех, сильнее взрослых, правда? Переживаем, даже когда они выпускают их на площадку. Это очень интересно. И это здорово, когда играют такие дети с ихними эмоциями. Товарищеский турнир завершился. Победители и призеры получили медали, кубки, а также памятные призы от сотрудников Брестской таможни, под патронажем которого находится футбольный клуб «Меркурий». В будущем организаторы обещают сделать этот турнир ежегодным, а также привлечь наибольшее количество команд для того, чтобы юношеский праздник футбола собирал вокруг себя как можно больше талантливых мальчишек Беларуси.